Сегодня 14 сентября, обмолот или уборка сои сорт Prudence, прямой посев, сеялка Great Plains. То есть есть пожнивные остатки местами. Местами пожнивные остатки очень сильно мешали. Здесь был один из плюсов, то что здесь соломы все же не было, ее убрали. Был также участок, где солома осталась, и там пока не было осадков, пока было прохладно и сухо, соя посеялась легко. А после выпадения дождей в мае все как-то пошло не так, потому что почва не просыхала под пожнивными остатками и возникали проблемы при посеве данной сеялки. То есть она просто гребла, загребала. После озимой пшеницы. Урожайность в пределах 22-24 центнеров на данном поле. Поле чистое. Защита здесь была гамбит. Почвенно. До всходов. По вегетации Базагран плюс Хармони. И также Пантера присутствовал на сое. Уже в фазу 2-3-4 строчатых листов. Ну, соя чистая. А, здесь еще также перед посевом был глифосат. Вот что немаловажно. Что сейчас замечаю здесь? Что не замечая на классической сое, все же сою сильно подсушило. Скорее всего, это еще также связано с неравномерным распределением пожнивных остатков. То есть вот есть такие вот провалы. То есть соя, она вся неровная, она ярусная. То есть пятнами. То есть высота, допустим, 40 сантиметров, высота 70 или 80 сантиметров. Нет такой равномерности. Вот сейчас вот как раз я нахожусь в середине поля. Есть эта проблема. Где соя ниже, тут же рядом соя уже выше. Эта соя, конечно, была посеяна позже. Не могу сказать, что выглядела она хуже, выглядела также достойно, но провальчики такие вот присутствуют на данный момент. Все же сою немножко подзасушило в период налива,